Ребят, всех приветствую на канале Автохакер. Сегодня у нас такая проблема, буду показывать уже практически на завершальном этапе, как убрать двухсторонний скотч стекла. На данном видео это на автомобиле находится, делал я презентацию и использовал двухсторонний скотч. Как же его отодрать? Многие советуют, горе-советчики, что нужно ацетоном, спиртом и другими средствами, но они плохо потом отмываются. Лучший способ — это нанести подсолнечное масло, оливу, на вот такую вот губочку наносим, хорошенько растираем эту поверхность и даем минут 15, чтобы оно настоялось. Потом происходит реакция, и вот это вот можно с легкостью снять. Для этого мы будем использовать обычную губку двухстороннюю. Видите, двухсторонняя, этой губкой мы растираем, а вот этой вот губкой грубой мы будем это все убирать. Итак, давайте продемонстрируем. Значит, прошло 15 минут, и вот так вот мы сейчас будем отдирать это все дело круговыми вот так движениями. На деле это все вам покажу, потому что многие обрезают видео, используют какие-то там средства другие, потом эти средства классные, а вам говорят народным способом это все убирать. Так вот, как вы видите, дает реакцию подсолнечное масло очень хорошую, и мы можем уже вот так вот, вот такими вот движениями, видите, я уже силу вот так вот использую, и вот так вот хорошенько растираем. Затем тряпочку смываем водичкой, видите, вот немножечко еще пятно осталось липкое, вот то небольшое, мы его должны тоже убрать. Вот так вот сделаем. И теперь протираем, смотрим. Видите, пятна практически не осталось, кроме вот такого вот маленького какого-то здесь еще. Потому что хорошо въелось, а еще хорошо въелось. Почему? Потому что я ехал вчера на автомобиле под пекучим солнцем, 30-40 градусов. И вот это вот, как вы видите, даже если вот так вот на бок вам угол будет падать, здесь все оттерлось. Потом на моечку проехали, это все смыли. И отлично, видите, все стерлось. Вот такой вот лайфхак. Полезный, надеюсь, многим из вас он понравится. И вы его порекомендуете тоже своим друзьям. Точно так же, как и я вам. Всем спасибо за просмотр. До скорого.